Я хочу поблагодарить всех за поддержку, друзья, коллеги. Это была действительно очень сложные дни в моей жизни, потому что я провела буквально 2 суток без сна. Больше 14 часов длился допрос, и мне не давали ни связаться с моими родными, ни близкими. Мне не предоставляли никакой юридической помощи, и поэтому я находилась в достаточно сложном положении. Давайте все комментарии будут уже завтра, потому что мне сегодня надо просто отдохнуть.